Всем привет, дорогие друзья, с вами KidCrossk, и сегодня мы будем играть в игру под названием Minecraft на моей собственной сборке. Остановились мы о том, как начали строить наш дом, и сделали нам вот такую вот собачку. Мы призвали ее с помощью вот этой вот штучки, Doggy Charm. Так, и сегодня, как вы уже заметили по моему инвентарю, мы будем копать шахт. Для этого нам нужно включить окно и копать шахту. Я хочу где-нибудь здесь. Два блока. И, наверное, будет перемоточка такая небольшая. Но пока что я хочу как минимум минут 5 просто поварить. Да. Я не знаю, буду я музыку запиливать или нет, потому что YouTube там ворочит нехорошие дела. Даже я сам песню навел в каком-то ролике, по-моему, Тинтиран, и вообще хотели удалить этот ролик, этот YouTube. Так, факел. Так, будем копать примерно до двенадцатого уровня. Так. Спать уже охота. Так. Копаем, копаем, копаем. Потому что для изучения мода Divine RPG нам понадобится уйма брони, очень хорошей. Потому что тут мобы сливают практически за один удар. Так. Надеюсь, даже увидим карателей. Пойдем. Я не знаю, какой будет длинный этот ролик, но я постараюсь ускорить его процентов на 200-300. Так. О, какие страшные звуки. Вы слышали, да? Мне не показалось. Ладно. Как раз факел поставим. Мы прокопали только 7 уровней. Капец, как мало. Нам нужно еще, еще, еще. Да, уже первая кирка сломалась почти. И придется подниматься наверх за новой киркой. Хотя шахта. Причем довольно глубоко. Очень хорошо. Я довольна. Так, уголь. Ну ладно, пока он не особо так важен. Мне нужно... А я теперь летучая мышь, которая не умеет летать. Да. Железка. Слайм? What the fuck is that? Так. 15 уровень. Довольно-таки хорошо. Так. Чёрт тебя подери! Это же алмазы!
Мне впервые так что вначале встретил алмазы, но не встретил железо. Что-то ерунда. А! Горю! Горю! Черт! Что это за штука? Ладно, Дэп! Мафака! А, что это за хрень? Горим! Чертов ублюдок! Еще! Горим факелом поставим! Вода! Точно, что тупой такой! Вода! Ну, алмазики! Сколько же! Нет! Найн! Так, надо сделать waypoint. Алмазы. Так. Пойдем посмотрим, что же у нас там дальше. Да, кстати, я хочу сделать летсплей по Modern Warfare 3 Call of Duty, так как я в нее играл только в концовку, по-моему. И вообще не играл. Ну, сейчас я половину где-то больше прошел. И хочу снять летсплей. Потому что сам я не проходил эту игру. Да. Алмазы. Их бы на удачу скопать. Большая болит. Так, уголь? Ну, уголь мне особо не нужен. Лагануло. Может, где-то что-то заспавнилось? А, фиха. Так, у меня только два железа. Ну-ка, хом. У меня, по-моему, тут есть одно железо. Да, есть, конечно. Конечно же, есть у меня железо. Куча. Пошли дальше копать шахту, ребят. Так. Трапс более-менее нормально стал снимать. Сейчас 30-ка стабильно держится. 31, 29, 30. Да. Так. Уже циклопа видны. Нет. Я хотел дамж найти какой-нибудь. Но их нет. Ну, я так не могу, шея болит вообще ужас. Если будут лишние шумы, так что извиняйте. Болит шея, двигаюсь вообще. Факелов уже не так много. Сорок третий уровень только. Ладно, потом мы продолжим ковать свою шахту. А пока что мы пойдем в ту шахту. И начнем ее прокапывать. Салмазик. Обсидиан. Так. Будем копать примерно до того лавового озера. Спавнер! Там есть спавнер! Тупой родстон. Мне бы хоть капельку железа.
там спавнер. Вот, около большого лавы. И там, видите, уберем, там, по-моему, спавнер. Ну, хотя они по-другому изображаются, но похоже. Чёртовы алмазы. Чёртова лава. Вот так. Вот так вот. Эти вообще заделываются. Не лату по лаву. Не пройдешь ты. Тупое ж золото. Где это чертово железо? Карьер. Ладно, Господи Иисусе, это же железо. Вот так. Давай, давай, давай. Железо. Ты мое маленькое железо. Давай, давай. Две штучки. Оп. Кстати, почему-то мобов нет. Брось печаль, Таша. Ну ладно. Хом. Привет. Собачка. Ты кушать хочешь? Хава. Хава, я буду курицу есть. Хава. Так. Куй железо пока. Одна штучка нам не нужна. Тоже гравий вообще не нужен. Булыжника можно чуть-чуть скинуть. Всё. Наконец-то. Теперь мы спокойно можем забрать свои алмазики. Да. Алмазики теперь можем забрать. 6 штучек. Отлично. Также можно забрать редстоун. Поесть немного. И забрать еще мазики. Вот еще. Блин, я не знаю, как эта руда называется, но она нужна. Арлимит. Арлимит. Что из него делается? Фу, как... 3000 использования, 11 урона, кирка, 9 урона, 10 урона, нифига себе. Золото. Привет. О, железка. Так, факел. Собираем железо. Оно нам очень нужно. А, это музыка. Я испугался даже. Поначалу не понял, что это. Скелет. Какая-то синяя руда. Рупий. Так, пошли туда. Я думаю, что тут что-то есть. О, привет. Таинственная. Да блин.
Пойду закрою лучше. Тупой источник. Да... Давай же. Золото, железо. Пояс даже упал. 28 железо. Не-не-не. Железо. Не-не-не-не-не! Ты дебил! О, бэйби! Хедшот! На мирно, может быть? Нет, легко. Так, мухоморы. Рупий. Крипер! Скотина. Паук. Алмазы. Еще алмазы. Может они с дивана чаще? Да и вашу. Охренеть. Охренеть, Господи Иисусе. Пожрать еще нету ни хрена. Ваша мамочка. Я охренею просто, сколько алмазов в одном месте. Вах. Еще вот эта хрень. О, да. Я доволен от похода в шахту. Я доволен. У меня 14 алмазов, мне больше ничего не надо. Да сейчас больше будет. Так, где еще были мои алмазики? Вот еще. Да как что досталось? Такая вода. Вот так вообще. Вот так. И пошли спокойненько. Вот так. О, привет! Нет, я затащу, да. Пум-пум-пум-пум-пам! Ту-ту-ту. Мы выиграли. Еще алмазы. Я слышал какого-то очень плохого мага. Нет, это не спайдер. Что же вы думаете? И это не зомби. Это как можно серьезнее. Это как минимум каратель, как более ротатель. Но это мода, которую я знаю с 11.4.7. Да. Так, у меня очень мало хп, нету еды. Ваша реальность. Мне бы пожрать чем-то. О, урод он флеш. Понял, поставить вот так. Это очень счастливое место. Где данж? Хотел посмотреть, что это. Чёрт! Еда! Ой, я уж поел. Сдох всего лишь. Чёрт, вашу мать! Я посрался. Но у него нет хп, так что это лох. Хэдж. Хо-хо-хо! О, как же я мог не заметить.
Да, мы теперь очень крутые парни. И я вас поздравляю, мисс Ротатик. Ой, как его зовут? Это джунглийский монстр. Значит, мы сейчас в джунгли. И тут куча данжей. Как я вижу на мини-карте. Да какой же тут спавнер, кстати? Просто интересно. Зомби? Носатый зомби мини! А почему я не превратился? Но мне кажется, это необычный спавнер. Ё-моё! На тебе. Ещё нафармим. Привет! Спавнер! Да! Фармилка, сейчас нафармим себе всего. Спавнер. Как их зовут? Карателей. Зелень. Всё. Нет, я... Слава. Я его сломал! Как я мог его сломать? Понятно. Липа. Я уверен, что это липа. Это ж ты, проклятый зомби. Тупой. Ненавижу. Скотина. Да пофиг, нафармим себе блоков, зато красиво. И что же тут? Это по-любому... Меня затроллил Майнкрафт. О, как? Да поставь факел уже. Серьезно. О, привет, Крипер. Опа. Вот так-то. Аж меч сломала. Эмеральд. Да вы что, издеваетесь? За один поход набрал себе. Почти полстака алмаза. Еще считай, сколько реалмита. Ну что, попутаешь-то? То вообще никогда, а то прям все и сразу. Еще спавнер вот этих хрень. Что из них сделал? Ничего из них не сделал. Из этих можно сделать это, а из них ничего. Отлично. Ну ладно. Наверное, на этом стоит заканчивать. Ок, как раз по свиндому. Ой, мой. Моя собачка. Так. Эмеральд. Сразу железо лучше переплавить. Ну и на этом все. С вами был King Frost. Вот сейчас. С вами был King Frost. С вами был King Frost. Всем удачи. Всем пока. Также ставьте лайки. И если захотите, подпишитесь на канал. Всем пока. О, представляю даже. Пока!